В департаменте коммунальной собственности Одесского горсовета на Артиллерийской улице проходят обыски. Как сообщают в облпрокуратуре, там работают следователи СБУ и Генпрокуратуры. Правоохранители изымают документы, касающиеся сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности в Одессе. Внутрь ведомства не пускали не только журналистов, но и сотрудников здания. Я работаю тут, мы строители. А, вы строители? А что вы строите? Ремонт там происходит на 5-м этаже. Ну там 5-й этаж это тоже управление, нет, да, департамент? Нет. А, тут вход получается отсюда еще в жилые помещения, это да? Это не жилые помещения, это административное помещение, но не департамент, это другая организация. А что за организация, если не секрет? Я не скажу. А по вашему мнению, почему закрыто? А я только приехала, я А вас не предупреждали о том, что сегодня будут обыски или что-то подобное? Я по работе была в другом месте. А что здесь происходит? Может, вы мне скажете? Мы сами не знаем. Да, ну, это трудно.